самые актуальные новости вторника в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хабер-Лер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Россия и Турция приблизились к полному урегулированию нерешенных ранее вопросов. В Крыму стартовала международная конференция. Представители зарубежных СМИ в Крыму, от чего в восторге и что не понравилось иностранным акулам пера. Фермер из Раздольного получил золотую медаль на всероссийском конкурсе. По завершении специальной сессии 23-го мирового энергетического конгресса состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция по итогам переговоров президентов двух стран смогли существенно продвинуться в урегулировании всех спорных и нерешенных ранее вопросов. В частности, министры экономики подписали межправительственное соглашение по реализации проекта «Турецкий поток», продолжив тем самым дело, начатое почти 2 года назад. Что касается двухсторонних отношений, то сегодня действительно состоялись очень обстоятельные переговоры по целому ряду важнейших для нас направлений. Мы договорились и дальше предпринимать необходимые усилия для полной нормализации наших двухсторонних связей. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров. Мы говорили также о нашем сотрудничестве в сфере энергетики, о продолжении работы по крупному проекту строительства атомной электростанции «Акуя». Обращаю внимание на то, что это не просто строительство электростанции, это создание целой новой энергетической высокотехнологичной сферы в Турции с передачей технологий и подготовкой кадров. В России уже проходят подготовку свыше 200 молодых будущих турецких специалистов. Другой крупный проект – и вы сейчас были свидетелями подписания межправсоглашения, это газопроводная новая система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и расширения нашего сотрудничества мы договорились также и о механизмах предоставления скидки на газ. В Крыму проходит международная конференция «Крым в современном международном контексте». Обсуждают роль общественной дипломатии и налаживание международного сотрудничества стран Черноморского бассейна. Об этом подробнее Султане Ситакаева. В рамках 2-го форума Черноморской ассоциации международного сотрудничества представители ряда европейских стран, а также участники из Азии, Китая, Турции и России обсудили антикрымские санкции, ситуацию в мире и поговорили о значении народной дипломатии в урегулировании конфликтных ситуаций. Знаете, вот очевидный, абсолютно объективный показатель того, что несмотря на санкции, многие даже государственные деятели, депутаты парламентов западных стран приезжают сюда, не боясь на те нападки, те инсинуации, которые происходят в отношении них. Это уже показатель того, что работа правильная и работа нужная. И это именно тот инструмент влияния на общественное мнение, в том числе на западных странах, и мы должны его, безусловно, использовать. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что форум такого формата с участием большого количества иностранных гостей проходит на полуострове впервые. В ходе форума крымские представители рассчитывают донести до зарубежных гостей реальное положение дел на полуострове, поставив точку в вопросах легитимности действий крымчан в 2014 году. Считаем для себя вопрос уже политической интеграции завершенным. Но остается много вопросов дискуссионным на политической арене международной. Это о признании Крыма и, так сказать, о признании крымского референдума. Все то, что мы сделали в марте 2016 года безупречно, чисто, со всех точек зрения, и с юридической, и с моральной, это, конечно, сила нашего референдума, и оспорить его остается крайне сложно. Консультант специального докладчика ООН по санкциям премьер Эммануэль Дюпон подчеркнул, что крымчане имеют все основания выступать на международном
международных площадках и отстаивать свои интересы. У крымчан есть все права отстаивать свои интересы, и власть должна искать средства в улучшении ситуации в Крыму. Есть все основания, чтобы ситуация была улучшена. Народ Крыма и власть ищут правильные пути. По мнению заместителя муфтия мусульман Крыма Исадуллаха Баирова, главная цель таких контактов – донесение правдивой и объективной информации о реальном положении дел в Крыму. Важно, конечно, предоставление правильной информации о происходящем в Крыму для иностранных наших гостей сегодня, которые здесь участвуют, и также предоставление этой информации на всех международных площадках, потому что, к сожалению, в той информационной войне зачастую очень много лживой и неправдивой информации, которая сгущает краски и вводит в заблуждение, скажем, в данном случае, европейское сообщество. Черноморская ассоциация международного сотрудничества должна стать основной ячейкой народной дипломатии, реальной площадкой для широких контактов на уровне гражданского общества между крымскими и зарубежными общественными организациями. И мы очень хотим, чтобы в результате принятой нами декларации обращения народов мира мы нас услышали и услышали и Крым, который сегодня находится, так же, как и Россия, под определенными санкциями, чтобы он стал свободным, открытым. А Крым сам по себе для всех открыт, так же, как и народ Крыма, в котором проживает более 175 национальностей. Конференция продлится до 13 октября. Предусматриваются дискуссии по всему спектру вопросов, касающихся перспектив взаимодействия стран Черноморского бассейна, развития диалога крымчан с зарубежными гражданами, что в конечном итоге послужит формированию объективной политической картины и заставит мировое сообщество безоговорочно признать Республику Крым как субъект Российской Федерации. Султанья Сидакаева, телеканал «Миллет». В МИД Украины опасаются бегства граждан в случае введения виз с Россией. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Алексея Макеева, введение визового режима с Россией может привести к тому, что украинцы побегут из своей страны. Алексей Макеев отметил, что Россия тоже может ввести визы для граждан Украины. В этом случае миллионам украинцев придется возвращаться в свою страну для получения рабочих виз, а потом получать разрешение на трудоустройство на российской территории. Сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский встретился с представителями зарубежных средств массовой информации. Журналистам рассказали о происходящих событиях в Крыму. Подробнее в следующем сюжете. Представители средств массовой информации из Армении, Казахстана, Сербии, Турции и Белоруссии приехали в Крым на пресс-тур. С зарубежными журналистами встретился заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский. Он рассказал об изменениях, которые произошли на полуострове с 2014 года. Также отметил, что Крым развивается во всех сферах, несмотря на различные препятствия. В новом российском Крыму активно работают и инвестиционные программы. То есть это деньги не бюджетные, это деньги инвесторов, которые зашли на территорию республики. Поэтому аэропорт строится. Кроме того, ну, говорить об этом, наверное, тоже нужно, и мы обязаны потому говорить. Видите, что активными темпами ведется строительство Крымского моста. И пока есть все основания, абсолютно уверенно, говорить о том, что в срок Крымский мост будет построен, и это будет еще одна постоянная хорошая транспортная артерия, которая будет связывать Крым с материковой Россией. В Крыму активными темпами ведется дорожное строительство. За 23 года украинское государство фактически не вкладывало ни единой копейки в модернизацию крымской инфраструктуры. В ходе конференции у журналистов была возможность задать интересующие их вопросы министру. Также они делились своим опытом решения некоторых проблем. В частности, зарубежные гости интересовались развитием туристической отрасли на нашем полуострове. Биться надо, по моему мнению, и только таким образом можно улучшить свою жизнь, можно наконец-то стать равноправным в мире. А тогда, я думаю, и туристы будут более заинтересованы сюда приехать, так как эта информационная блокада будет снята, и Крым будет намного более виден
во всем мире. В ходе пресс-тура зарубежные журналисты посетят Ливадийский дворец, Крымский инженерно-педагогический университет, телерадиокомпании «Крым» и «Миллет». Также смогут пообщаться с корреспондентами и представителями различных общественных организаций. Алимия Кайбулаева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Телеканал АТР переезжает в Литву из-за отсутствия финансирования в Украине. Об этом передает «Украинская правда». В сообщении говорится, что своим постановлением Кабинет министров обещал телеканалу АТР 40 миллионов гривен ежегодной помощи от государства. Однако Министерство финансов деньги так и не выделили. По словам главного редактора новостей телеканала Усмана Пашаева, собственных финансов у канала с трудом хватит до конца текущего года. Напомним, 1 апреля 2015 года телеканал АТР прекратил вещание в Крыму, а в июне снова возобновил работу, но уже на территории Украины. Сегодня в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан прошло рабочее совещание с представителями муниципальных образований Республики Крым. Обсуждали реализацию средств в рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой Республики об укреплении единства нации, где запланированы проекты на приобретение жилья для реабилитированных граждан, а также выделение средств на единовременную материальную помощь. Подробнее в сюжете Софии Шукуровой. За круглым столом собрались все представители муниципальных образований. Они отчитались о проделанной работе в освоении средств. Белогорский район в этом году на выкуп вторичного жилья получил 35 миллионов рублей. По словам главного специалиста по делам межнациональных отношений Мурата Язаджиева, нуждающихся в помощи достаточно, чтобы освоить выделенные средства. Мы инициировали передачу полномочий из сельских советов на администрацию по ведению отдельного квартирного учета, чтобы нам было проще работать непосредственно с списками депортированных граждан. Также мы нашли инвестора, который за свои средства приобретает земельный участок, строит коттеджи и предоставляет на коммерческом предложении. Согласно 331 положению, мы приобретаем данное жилье. Я думаю, что таким образом мы реализуем весь объем финансирования на приобретение вторичного жилья. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов отметил, что в крайние сроки помощь должна быть предоставлена нуждающимся. Нам нужно выполнение, чтобы мы ни на копейку не уменьшили объемы финансирования на следующий год. Потому что за нами идут уже люди со своими проблемами, которые мы призваны решать. Наша недоработка, уменьшение финансирования, значит, десятки семей не получат эту помощь. Просьба такая, все внимание на реализацию этих основных задач. Надо все сейчас отложить. Отделом между нас и сконцентрироваться на освоении этих. Средства, выделенные муниципалитетом на выкуп жилья и предоставление материальной помощи, должны быть распределены до конца текущего года. Все справляются. Есть отдельные вопросы, конечно, которые требуют еще потребуют дополнительной проработки для того, чтобы могли снять те проблемы, которые там возникли. Но в целом, я думаю, что со всеми задачами справимся, если по некоторым регионам возникнут остатки по неиспользованию средств. Мы их до конца года перераспределим на другие города и районы и, наверное, освоим их в полном объеме. Для того, чтобы люди получили жилье и получили ту помощь, которую они нуждаются. Как отметили представители местных органов, такие совещания являются хорошей площадкой для обмена опытом в освоении выделенных средств. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Руководство больницы Семашко было уволено по поручению главы республики Сергея Аксенова после скандала с завышенными зарплатами. В течение 8 месяцев этого года средний размер ежемесячной заработной платы главного бухгалтера больницы составлял 547 тысяч рублей. В размере зарплаты других сотрудников администрации больницы достигал 350 тысяч рублей в месяц. В настоящее время обязанности главврача исполняет Сергей Дербин. По материалам прокурорской проверки следственными органами 10 октября возбуждено уголовное дело в отношении главного врача больницы имени Семашко Соболевой Елены Викторовны по статье 285 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соболева Елена Викторовна, злоупотребив своими должностными полномочиями, незаконно начисляла стимулирующие выплаты и выплачивала их подчиненным работникам. Ущерб, причиненный преступлением, составил более 17 миллионов рублей.
В поселке городского типа Гвардейская в массиве Сарабус отсутствует школьный автобус. От этого население испытывает большие трудности. Как жители справляются с этой ситуацией, знают наши корреспонденты. Уже на протяжении года проблема со школьным автобусом беспокоит жителей поселка Сарабус. Ближайшая школа находится в Гвардейском. По словам матери двоих детей Лили Умеровой, третья школа на 90% состоит из учащихся с поселка Сарабус. Детей очень много, очень. Это автобус, который был в том году, который нам выделяли. Я не знаю, как нам его выделяли, но он был. Мы хотя бы не было проблемы везти с утра ребенка. Забираем мужа кто как может. Он был полный. Это при том, что еще некоторые родители везут на своих машинах детей. Он был полный. Стоит отметить, дети самостоятельно в школу добираться не могут, так как нужно пройти трассу и железнодорожные переезды. Дети идти сами не могут, потому что трасса, железнодорожные переезды, станция. Есть мост, переходной мост, да, но он очень высокий, опасно детей тоже по нему водить без присмотра. Их просто, они то выглядывают, то переглядываются, куда-то вниз им все интересно. Аллаху стермес, они упадут, это вообще не знаю, что будет. Жительница поселка Назлы-Белялова говорит, что отсутствие школьного автобуса приводит к большим трудностям. На трассе часто происходит ДТП, поэтому родители очень боятся за своих детей. Почему-то школьный автобус в этом году стал проблемой. До сих пор не было. То есть автобус отмерялся, наверное, от трассы, от Первомайской остановки. В этом году почему-то остановку стали отмерять от магазина, который на поле ниже. Там целый, да, километр у нас, получается, пути где-то зависло. Почему такая проблема, я не знаю. Как быть с детьми, я тоже не знаю. У нас за сезон здесь столько аварий, столько сбивает детей и родителей, что мы очень боимся за вот этих детей. С этой стороны у нас рельсы, пути, с этой стороны у нас трасса московская. Это большая проблема. В администрации Гвардейска нам эту ситуацию разъяснили следующим образом. Почему автобус, значит, не выделяют школьные? Потому что есть там четкие нормативы, на каком расстоянии должен ходить школьный автобус. Я так понимаю, тот участок не подпадает в это расстояние. Вот. Что касается перевозчиков маршрутных такси, сложность в чем? Перевозчик возил, у них маршрут есть, людей как бы, но когда в автобус набивается 30 там, или 20 с лишним детей без сопровождения взрослых, то перевозчик переживает за их... жить, понимаете, свою ответственность. Поэтому пока этот вопрос находится на рассмотрении и в Министерстве транспорта, мы этот вопрос с районом поднимали неоднократно, о том, чтобы все-таки там продумать, как, чтобы ходил автобус. Ну и администрация тоже думает, как организовать туда все-таки школьный автобус. Пока вопрос находится в стадии как бы решения. Местные жители надеются, что в ближайшее время их детям выделят школьный автобус. В свою очередь, наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Султания Сидакаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Фермер из Раздолинского района Сильвер Селяметов принял участие во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе и был награжден золотой медалью за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции. Наши корреспонденты побывали на его ферме. Авелия Юп расскажет об этом подробнее. Фермерство – дело трудное, но благородное. Так говорит о своей работе Сильвер Селяметов. Ферма семьи Селяметовых находится в селе Ветровка Сакского района. На сегодняшний день у них 400 коров, 2000 баранов, 10 лошадей. В общей сложности более 2500 голов крупного и мелкого скота. Год назад государство оказало поддержку фермерам. Семья получила республиканский грант на развитие хозяйства. Мы получили, гарант. Выиграли гарант, нам дали 6 миллионов денег. Вот мы на 6 миллионов, на 4 миллиона купили скот, на 2 миллиона стройка делаем. И свои деньги добавили, это 6 миллионов мы сделали 10 миллионов. И вот сейчас стройка идет, вот скот, видите, сейчас еще дальше увидите, вот какие коровы у нас есть. Каждый день 2 тонна молока, летом до 3 тонн сдаем. Животноводством в семье Селяметовых занимались еще деды и прадеды. Сегодня Сильвер Ага продолжает эту традицию. Он говорит, фермерство – дело сложное. Заниматься сельским хозяйством получается не у каждого. Только любовь к родной земле и трудолюбие помогут добиться успеха в развитии сельского хозяйства. Работаем, семейный, внуки, внучки, все помогают, поддерживают дедушку, сыновья. Вот до такой количества довели скот. Дальнейшее хочу, чтобы мои дети тоже по этой стопе пошли, чтобы развили большую партию скота, большую партию
барашек. И будет жить все время нормально. В ферме работают люди, которые любят животных. Они кормят, доят и ухаживают за скотом. 10-15 литров в день корова дает. В день. За сутки где-то около 2 тонн полностью все коровы дают. Ну так, есть по-разному дают. Есть по 10 литров. Кто больше дает, кто меньше. Работа вообще сама по себе тяжелая, но работается нормально, легко. Уже привыкли к этой работе. Семья Селяметовых планирует и в дальнейшем продолжать развитие фермерского хозяйства. Мавлия Юпенвермшевич, телеканал «Милет». Сегодня в библиотеке имени Гаспринского состоялось заседание редакционной коллегии журнала «Елдыс», посвященное 5-му выпуску. Отметим, что в состав редакционной коллегии вошли крымско-татарские писатели, деятели культуры и науки, а также представители общественности и власти. В ходе встречи были обсуждены литературные материалы, предложенные для публикации в новом номере журнала. Члены редколлегии рассмотрели и обсудили все запланированные к публикации в новом номере материалы. Сегодня состоялось заседание редколлегии журнала «Елдыс». По традиции мы обсудили вышедший номер издания, а также будущий номер и какие произведения в него войдут. После этого, согласно протоколу, будущий номер будет передан в издательство. Члены редколлегии поделились своими мыслями и предложениями относительно будущего издания. Все отмечают, что с каждым новым выпуском журнал «Елдыс» становится интересней и познавательней. Члены редколлегии также высказали ряд предложений, которые могут придать новый импульс в развитии крымско-татарской литературы. Проведение литературного конкурса для молодых авторов, введение гоноральной системы для оплаты труда литераторов, активное привлечение писателей к участию в проводимых в Крыму культурных мероприятиях, организация выезда писателей в регионы полуострова для творческих встреч с читателями. Мавлия Эюп, Евелина Исмаилова, Рамазан Алибабов, телеканал «Милет». Сегодня мусульмане всего мира отмечают День Ашура. Согласно Корану, на этот день приходится сотворение небес, земли, ангелов, первого человека Адама, который является и первым пророком. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Мухаммед Зикирияев. Благословенный месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского календаря. На 10-й день священного месяца мусульмане отмечают праздник Ашура. Само название Ашура происходит от арабского слова «ашара», что означает 10. По сунне в этот день следует соблюдать пост, а также в предыдущий или в следующий день. Согласно одному из хадисов, пост в день Ашура очищает мусульманина от грехов за предыдущий год, а за крупицу подаяния в этот день Всевышний Аллах даст вознаграждение величиной с гору Ухуд. Месяц Мухаррам является одним из 4 священных для мусульман месяцев, а 10-й день месяца называется днем Ашура. От слова «ашара» означает 10. Относительно этого существует много разных историй и притч. Исторически так сложилось, что на протяжении многих тысячелетий, возможно и миллионов лет, на этот день приходились значительные события, которые касались некоторых пророков. В день Ашура раздают милостыню садаха, читают Коран, радуют детей и близких подарками, а также совершают другие благие дела. В этот день готовят блюдо. Оно содержит нут, фасоль, пшеницу, рис, инжир, курагу, изюм, орехи, зерна граната и сахар. Готовый десерт напоминает густой в меру сладкий кисель со злаками и кусочками фруктов. Крымские татары в этот день готовят традиционное блюдо ашуриаши. Блюдо содержит нут, фасоль, пшеницу, рис, инжир, курагу, изюм, орехи, зерна, гранаты и сахар. Готовый десерт напоминает густой в меру сладкий кисель со злаками и кусочками фруктов. Принято угощать соседей, близких и родных. Мухаммед Зикирияев, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, чтобы вы были в курсе самых последних событий. Приятного вечера!